Крыму проходят масштабные тактические учения. Свыше 1500 гвардейцев-десантников отрабатывают навыки совместно с Новороссийским соединением воздушно-десантных войск. Крылатая пехота десантировалась на полигон «Апук» из самолетов военно-транспортной авиации и больших десантных кораблей Черноморского флота. А после подразделения уничтожили лагерь подготовки боевиков и заняли плацдарм на побережье. Мы сегодня применили батальонную тактическую группу парашютным способом. Было применено до 700 человек личного состава. Все десантировались успешно. Часть личного состава полка в составе двух десантно-штурмовых батальонов были высадены большими десантными кораблями на полуостров Крым. Кроме того, военнослужащие отработали совместные задачи с различными родами войск. Применили военно-транспортную авиацию и десантные корабли Черноморского флота. Мы преследовали действия своего личного состава. Это скоротечность боя, она всегда предусматривает собой победить противника тогда, когда ты его предугадаешь во всех его действиях. Поэтому сегодня мы ставили основной той же задачей. Одной из основных задач – это внезапность с воздуха, с моря и на суше.